Эпиграф. У басни каждой есть мораль. Ждуны есть, есть и торопыги. Историю ты эту глянь, характеров разны, так лики. Но где успех, а где печаль? Нет действия, вот что в причине. Упущенного шанса жаль. Такой совет я дам мужчине. Сидел кот, со сметаной в миску смотрел и съесть ее хотел. Манила миска этим киску, но действием он знал предел. Нельзя! Воспитан был он строго и правила не нарушал. Сметана белой недотрогой молчала, ну и он молчал. Он пожирал ее глазами, зарылся носом бы совсем, как будто плыл он с облаками. Сметанка, вот ее бы съел. Но замерла в раздумье киска, одни мечты, сильна их власть. Еще он смог бы съесть сосиску, от голода тут не пропасть. Сосиски горкой вон на полке, сметанка перед носом тут. В желудке аппетита волки все воют. В животе снуют заядлых колик передряги. Хочу, хочу, но волей кот их подавляет. И в напряге слюну глотает. Сидит, ждет. Дождался, тряпкой по загривку хозяйка со стола сняла. От ожидательства прививку он получил, и все дела. И люди, так порой бывает, сидят, молчат, чего-то ждут. А время шанса убегает, время годов, часов, минут. Лишь тряпки след на шкурке бедной стенает гордость всю поправ. А мог бы сытым быть победой, кот ждал, а был ли он в том прав?